Здравствуйте. Вы боитесь неизвестности. Вас просто ужасает, что что-то может произойти. А хотите приобрести спокойствие, уверенность в себе, не бояться неизвестности? Это очень легко. Дело в том, что все наше поведение обусловлено нашими рефлексами. И когда вы думаете о неизвестности, о том, что вас ждет, включается рефлекс, который содержит боль. Убрать рефлекс невозможно. Можно создать новый, но старый все равно будет работать. И единственный возможный путь – это сделать так, чтобы этот рефлекс не нес боли. Это можно сделать. Как? Смотрите в полной версии этого видео. Ссылки в описании.